В Елисейском дворце состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Французской республики Франсуа Олланда. Президент Франции Франсуа Олланд встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главы государств фотографировались для совместного фото. На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией в различных сферах. Отмечалось, что имеются хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества в области аэрокосмической промышленности, образования, строительства метро, в энергетической, военно-технической и других сферах. Состоялся обмен мнениями о реализации энергетического проекта «Южный коридор». В ходе беседы был проведен обмен мнениями о состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с справедливым разрешением конфликта на основе норм международного права и в соответствии с принятыми до этого документами. Была подчеркнута необходимость изменения связанного с конфликтом статуса «кво» – освобождения оккупированных территорий. Président, 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 président.